медалью за отвагу школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего двух других детей при атаке украинских диверсантов. 2 марта с территории Украины на территорию Климского района проникла диверсионно-разведывательная группа, обстреляла 2 гражданских автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще 2 девочки, с которыми они ехали в школу. Несмотря на полученное ранение, мальчик вывел 2 девочек и помог им спрятаться в лесу.